Необычный заказ. Клиент хочет восстановить велосипед, на котором он катался в детстве. Велосипед называется Stealth Lada. А вот с этой стороны это Toyota. В общем, здесь полное техническое обслуживание, переборка втулок, там частичная замена подшипников, правка колес, замена каретки, тормоза, колодки, настройка всего-всего-всего. В общем, бюджет примерно 3000 рублей получился на полное обслуживание вот такого вот велосипеда. Здесь большая проблема, как обычно, был не затянут левый шатун, его разбило, расклинило. И вот сейчас вот я нашел новые шатуны, пока не знаю, будем ли мы ставить их клиенту или нет. Когда он приедет, если что, просто прикрутим. И звездочка у него остается запасная, потому что отдельно купить левый шатун на 152, к сожалению, пока не удается. А так вот необычный складничок с необычной конструкцией рамы для переноски, для удобства переноски велосипеда. Полностью восстановили, причем, смотрите, передняя покрышка идет советская от Десны, задняя покрышка уже современная стоит. Все Шимано, полная Шимано. Такие интересные велосипеды выпускал Stealth лет 15, наверное, назад.